Озвучено при поддержке киноклуба «Онвикс ТВ». Тысячи фильмов и сериалов без рекламы. Смотрите месяц бесплатно по промокоду «Дирк». Нет! Нет! Я же просто... Нет, пустите! Пустите! Нет! Нет! Холистическое детективное агентство Дирка Джентли. Переведено и озвучено студией «Кубик в кубе». Основано на серии рассказов Дугласа Адамса. Спасибо, Дирк Джентли. Я тебе очень благодарна. Не будь ты непроходимым тупицей, мне пришлось бы намного труднее. Зря маг тебя так боялся. Правда? Вы мелкие людишки. Мелкие людишки, которые опять мешают мне жить. Не сегодня. Мальчик будет моим. Венди Мур будет моим. И в кои-то веки последнее слово тоже будет. Нет! Трост не собирается на штурм. Сайлос, ты нужен матери. Беги к ней, останови эту бойню. Но пророчество, мальчик, нет времени. Мы исполним пророчество, Сайлос. Иди к родным, пока не стало поздно. Кубики! Дотка кубиков! Плохие! Кубоголовые! Это они! Прочь! Уходите! Нужен пруд. Есть другой способ. Пошли! Ребята! Бегом! Я не брошу тебя умирать, Вайгар. Беги! Вайгар! Беги же! Спаси семейство! Нет, нет, нет! Не тормози! Ах ты, глупец! Ну, вставай же! Ты знаешь, с кем связался? Думаешь, меня можно заткнуть? Нет! Никто не указывает мне, что делать. Больше нет! Аварага! Уходим! Ладно.
да, госпожа. Наши армии как раз входят в долину. Мы готовы к бою. Изловить их? Тех, что сбежали. Нет, забудь о них. У них нет ни магии, ни пруда. Им не добраться до мальчика. Они просто маленькие мушки, которые жужжат над ухом. Я с ними позабавлюсь позже. А пока добейте остатки семейств. Они мне надоели. Как пожелаете, госпожа. Теперь это мой мир. Я все здесь переделаю. Ну что, вот наша цель. Помните, сохраняйте спокойствие. Проект Ламия обычно не агрессивна, но может напасть, если ее спровоцировать. Ничего не делайте без приказа. Нет, чувак! Эта хрень пропала! Спокойней! Только не так. Где ты? Успокойся. Слышишь? Мы даже не знаем, здесь ли она. Да, но мы не знаем и то, что ее здесь нет. Может, она уже во что-то превратилась? Эй! Насколько нам известно, Мона Уайлдер — это всего лишь пара молекул, способных изменять материю. Я ничего не понял! Ты никак не можешь попасть в пару молекул! Так что... Стоп! А вдруг она уже в кого-нибудь превратилась и бродит по бункеру? А я... Это... Тише! Это ты, да? Она, это ты. Или нет, погоди. Ты Мона. Ты Мона и даже не в курсе. Нет, нет! Я Кен! Лучше пальну, чтобы проверить. Как это поможет? Не знаю, но придумал, надо делать! Нет, 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 стой, стой! Пистолет. Твой пистолет. Еще в кобуре. Вот блин. Попалась. Нет, назад, отошли! Не подходить, стойте там, стойте! Привет, Мона. Я Кен. Мы не знакомы. Но я хочу помочь. Кажется, мы все друг друга не поняли, Мона. Мы не хотим тебя обижать. Нет, нет, я понимаю. Ты помогла Дирку сбежать, потому что он твой друг. Я тоже хочу дружить. Дирк попал в беду. И без твоей помощи мы никак не справимся. Ты нам поможешь? Ты ведь не хочешь его убивать. Верно? Здравствуй. Привет. Дина. Ага. Ты живая? Ага. Крови нет. Просто жжется. Куда он делся? Он опять у машины. И... О, господи! Эй, Хопс, что ты... Тихо. Это не поможет. Он заколдован, как Боб Бортон. И что делать? Мы спустимся и возьмем его. Возьмем? Он явно задумал что-то плохое. А я не хочу проиграть второй раз за год. Нужен план. План. Точно. Да. Арестуем сукина сына. Ага. А. Ясно. Мы обе умрем.
Мальчишки и девчонки, внимание, ситуация особая. Расслабьтесь и слушайте дядю. Приставу. Есть кто? Алло, штаб, прием. Вы где там? Прист, это штаб. Секундочку, это мой друг Кен? Так точно, мистер Прист. Прям музыка для моих ушей. Это ведь ты пережил контакт с проектом Марена? Он самый? А что? Ну? Судя по всему, мне пригодится твой совет. Оба-на. Что это за люди? Они воины? Это Блэквинг. Если потащит меня с собой, будет махач. Если ты не хочешь, я не позволю тебя увезти. Панта, ты их не знаешь. Это опасные люди, убийцы. Спасибо за заботу, Бартин. Но я лучший фехтовальщик Виндемура. Думаю, я справлюсь. Ну ладно. Всем опустить оружие. Магазины на землю. Не будем рисковать цепной реакцией. Оружие все равно не поможет. Это даст ей повод нас перебить. Думаю, это лишнее. Как дела, Барт? Привет, мистер Прист. Ты же не собираешься нас убивать, да? А? Вроде нет. Мы просто идем в Виндемур за счастливым концом. Ладно, пусть так. А это кто? Даю слово. Я обычный человек. Из этого мира. Как и ты. Ясно. Прист, мы собираемся войти в дом. Будете нам мешать? Нет, мэм, вас нельзя заставить делать то, чего вы не хотите, но... Кое-кто... хотел поздороваться. О, господи, Барт! Кен! Привет! Боже мой, ты нашлась! Ты в каком-то маленьком квадратике! Как ты туда попал? Ты что, в телевизоре? Нет, Барт, я в Блэквинге. Все в порядке. Это просто видео. Кен, прости, что я тебя бросила. Там все стреляли, я боялась, что тебя ранит. Не думай об этом. Я хорошо тут устроился. А как тебя оттуда вытащить? Ну, в том-то и дело, Барт. Это не нужно. Да? Да. Зато ты можешь вернуться сама. Обратно. Чё? Зачем? Блэквинг, отстой, это ведь самое скучное место в мире. Нет, тут все по-другому теперь. Я же здесь. Да, но я тоже другая. Я теперь даже никого не убиваю. Ты стояла с бензопилой. А, не, она просто клевая. Ну, возьми ее с собой. Я соскучился, Барт. Так давай с нами. Пошли в Виндемур. Нет, я не могу. Приезжай ко мне, Барт. Я твой друг. Ты должна мне верить. Да. Но Панта тоже мой друг. Это Панта. Послушай, Кена, он хочет помочь. И я тоже. Мы с тобой через многое прошли, а? Поехали домой. Можем даже взять по пути мороженого. Как в старые добрые. Я ведь тоже твой друг. Нет, вы мне не друг. Панта, пошли. Барт. Пошли. Слушай, Кен, ты прости, но я пойду. Все, пока. Барт! Не-не-не-не, эй, стой, Барт. Погоди-ка минутку. Не трогай даму, понял?
Я все понял. В списке того, что я сегодня не сделаю, возвращение в Блэквинг на первом месте. Ты подумай. Она сказала, что не хочет. Больше обсуждать нечего, дай нам дорогу. Эй! Отставить! Стоять! Отставить! Что там? Что у вас творится? Отставить! Ух ты! Мы больше никого не хотим убивать. Мы просто хотим попасть в Эндимур и жить-поживать. Я вас не пущу, Барт. Панта. Блин, не задерживайте их! Эй, ты точно не хочешь в Эндимур? Барт, послушай меня! Ладно, тогда, если передумаешь, приходи, ладно? Барт, стой! Подожди! Пошли. Прошу прощения. Барт, стой! Подожди, Барт! Сюда, обойди. Подальше от бяг. Так, то есть купальня в тронном зале ведет на кровать? Ну, кровать привела в купальню. Нас она вытащила через пруд, а меня через озеро. Купальня в замке должна сработать как пруд в акте? Безусловно. Если точнее, то да, наверное, может быть. Откуда нам это знать? И как сюда попал грузовик? Через купальню? Мы понятия не имеем, как это работает. Вы притащите вашего шкета через купальню? Барабанщица сможет. Погоди, команда, ты это умеешь? Ты не делала этого без вакти? Надо попробовать. Дирк, мне надо дотянуться через купальню сразу до мальчика. Я не знаю, где он в бункере. Тогда сделаем так. Ты перебросишь меня и Дикую Троицу. Мы будем как лихая команда спецназовцев. Запросто. Нет, давайте секунду подумаем. Нет времени. Вы так хотите лезть за мальчиком? Пока Сьюзи Бортон здесь всех убивает, сюда идет армия. Да, их там дофига. Дофига и больше. 11 000, я всех посчитал. Это безумие. Да, я говорил, что мы должны решать сами, но вдруг вселенная не на нашей стороне. Нужен настоящий план. Разве мы столько вынесли, чтобы просто... Ой, господи! Тот? У него... У тебя приступ? Да. Таблетки. Пообедаем, господа. Нет, стойте, не помогайте. Что? Помнишь, я говорила, что здесь парарибулит проявляется иначе? Но болит так же. Знаю, но ты послушай. Ты можешь использовать эту энергию. То, что тебя мучает... Колючая проволока на ноге. Хорошо, колючая проволока. Ты можешь сделать ее настоящей. И снять с ноги, чтобы боль ушла. Главное, слушай меня. Не паникуй. Это твоя проволока. Она только твоя. Это твоя боль. Дай мне таблетки. Эй, смотри на меня. Это твоя энергия. Это твой страх. Это твоя проволока. Подчини их. Отделись от физического мира. Ты главный. Ты всем управляешь. Черт. Господи, Тодд, у тебя на ноге проволока. Ты ее видишь? Умница. Охренеть! Здравствуй, Мона. Меня зовут супервайзер Фридкин. Как ваша шея? И шея... плохо, если честно. Я чуть не умер. Простите. Вы меня напугали.
А эти люди пугают меня сейчас. Ну, мне пришлось их позвать на случай, если ты превратишься, ну, там, в медведя, например. Но зачем мне превращаться в милого медведика? Если бы я хотела вас убить, я бы превратилась в авианосец прямо сейчас и разрушила бы весь бункер. Пожалуйста, не надо. Привет, Мона. Стул, пожалуйста. Уступи место. Ага. Можно мне к Дирку? Пока нет. Он попал в беду. О, нет. Беда — это плохо. Еще как. Но ты можешь помочь. Я не хочу никого убивать. Я актриса. Холистическая актриса. Я могу сыграть любую роль. Почему ты была игрушкой? Я могу быть чем угодно. И лодкой, и домом, и лопатой, и облаком, и старым пакистанцем, и королевой Англии. И кенгуру, но я не знаю, чем должна быть. Зачем ты помогла Дирку? Это не я. Я передала, что сказал голос. Голос? Один раз я услышала голос. Голос маленькой улиточки. И что голос тебе сказал? Она сказала, что Дирк должен найти ее друга. Мальчика. И если я позволю ей смотреть моими глазами, она переместит всех куда надо. Она видела то же, что и ты. Да. Это полезно? Я помогла Дирку? О, да, да. Очень помогла. Мне обязательно оставаться человеком. Потерпи еще чуть-чуть. Если ты не против. Ладно. Это я могу. Спасибо, Мона. Ты хороший друг. Панта! Смотри, какая луна! Ты видел? Да, Барт. По мне, луна как луна. Блин, чувак, я начинаю думать, что ты малый странный. Представь, каково мне в вашем странном мире с дурацкой крошечной луной. Ну да, если подумать, луна и правда дурацкая. Эй, Панта, я хочу туда, ты не против? Но, Барт, мой дом там. Умоляю тебя, давай просто... Панто! Сайлас! Любовь моя, ты вернулся. А я нашел Дирка Джентли. И я нашел Дирка. Он здесь? Да, но ученица мага тоже здесь. Его люди присягнули ей. Да уж, это плохо. Здрасте. Привет. Ты Сайлас, да? Я про тебя слышала. Твоя мать Мымра. Сайлас, это Бартин. Удивительное создание и чудесный друг. Безумно рад встрече. Но надо спешить к моей матери и умолять ее сложить оружие. У нас большие несчастья. Ты даже не представляешь. Эй, так я же сразу туда и хотела. Я нашла мальчика. Эти болваны сказали мне, где он находится. Вандимур мой, не считая одной маленькой ниточки.
Ты отправишься в мой мир и разрежешь ее. Как мне найти мальчика? Это не трудно. Идите в портал и убейте всех, кого встретите. Кен, слушай, я немного не понял, что происходит? Проект Молох — это редактор реальности. Он может создавать объекты абсолютно из ничего одной лишь силой разума. Как второй дом, спрятанный в доме Кардинасов в Бергсберге. В досье сказано, он хотел создать более масштабный мир под названием Виндемур. По сути, волшебную страну. Я думаю, у него это получилось. Что и погрузило его в кому. Врубаешься? Да. 2 месяца назад у него был инсульт, и граница между мирами стала тоньше. Оттуда проникла некая сущность, тот самый голос, и нашла Мону. Погоди, ну зачем они ищут Дирка? Он им как-то поможет. Сейчас самое главное — изолировать наш бункер. Пока сюда... Стоп, стоп, стоп. Ты так держишься, будто ты здесь главный. У нас мало времени. Не, я хочу услышать, что ты не забыл. Ты просто помогаешь мне, а я главный. Хьюго, ты дал мне свой уровень допуска. По сути, мы с тобой равны. И отобрать его ты теперь не можешь. Я же так не хотел. Погоди. Послушай, мы должны взять ситуацию под контроль. Иначе вся программа окажется под угрозой. Стоп, это же... моя собака. Рыцари идут! Рыцари идут! Рыцари идут! Охрана к проекту Молох! Быстро! Бегом, бегом, бегом! Сюда! За мной! Управление шерифа Бергсберга! Руки вверх! Ну надо же, вот это да. Вы спустились в рекордное время. Даже не верится. Думаете, я вас не видел? О нет, это полиция! Я окружен! О, дамы, это невероятно безрассудная попытка ареста? Не смешите. Вам, конечно, нужен был план, но это... Ты прирожденная неудачница, да, Фарблэк? Я тебя не боюсь. Жаль, отец тебя не видит. Хотя он бы не удивился, да? Целая семья героев. Кто-то должен был всех опозорить. И он всегда знал, что это будешь ты. Брось жезл! Не говори глупостей. Показать нечто забавное. Похоже, уколы моей маленькой иглы настроили вашу психику на негативный лад. Что делать, что делать, что делать? Тише, не бойся. Я мог бы просто заставить вас убить друг друга. Или... есть вариант как-нибудь пошалить? Хопс! Хопс, это я, Тина!
Только без паники. Что ты с ним сделал? Он мне кое с чем помогает. Видите ли, мы возьмем эту машину, набьем ее взрывчаткой, а потом мистер Хоббс въедет на ней в тот ветхий домишко с порталом Виндемур. И пуф! На кусочки. Намного горящих кусочков. Дом, амбар. Все разом. Закроем путь в тот проклятый мир. А я начну все с нуля. Мистер Хоббс! Достаньте пистолет и прицельтесь в них. Шерлок, нет, что ты делаешь? Хоббс, послушайте. Мы ведь друзья. Вот что мне по-настоящему нравится. Я не хотел быть захватчиком, поработившим мир. Мне приятнее мучить людей лично, а не посылать отряды жечь деревни. Где тут веселье? Хоббс. Это так обезличенно. Но это... это упоительно. Стреляй, Хоббс. Нет. Господи, Вара, прости! Никому в Виндемуре меня не одолеть! А ты не в Виндемуре! Что случилось-то? Отец, не надо! Боже, что тут было? Мама! Отец! Отец! Сайлос! Панто, ты жив! Что ты наделал, отец? Что стало с нашей родиной? Мы обречены, сынок. Несмотря на это смертоубийство, мы еще можем сохранить долину. Прошу, отец, леди Фрия, мы должны спасти хоть что-то. Сайлос, как? Мама. Я люблю его. Это правда? Да, отец. У нашей страны может быть будущее. Только если вы прекратите вражду. Умоляю. Мы больше не выдержим. Столь многие погибли. Их жертва не будет напрасной. Мы почтим ее, если объединимся для спасения Инглнука. Вот видишь, все в итоге наладится. Ха-ха! Они перебили друг друга, а нам никого не оставили. Но... Сайлос! Панто! Панто! Панто!
Тама, Тама. Тута. Так. Ладно. Осилишь, босс? Конечно. Да. Не вопрос, ага. Легко. Нам что делать? Отойдите. Ого. Она правда умеет? Да, и правда. Это невероятно. Ты как? Нормально. Но я не могу удержать его открытым. А что тебе нужно? У меня не хватает сил. Без Вакти я этого не делала. Она меня недоучила. Я могу переправить вас туда, Дирк, в одну сторону, но потом вы там просто застрянете. Это так себе вариант. Злые круги идет. Ребята? Тетенька, тетенька! Стоп, Тот! Ты можешь помочь! Что? Нет, я не могу, я же не ты. Да, это точно. Но твоя энергия поможет мне удержать портал открытым. Надо попробовать. Ребята, она говорит, что идет что-то плохое. Тетенька с кругами. Сьюзи. Ладно, хорошо. Сделаю все, что скажешь. Давай, командуй. А мы ее задержим. Парни... У меня тут сплошная кость. Я Хохта не боюсь. Стойте. Дикая Троица должна была идти с нами. Ты не сможешь помогать мне и пройти в портал. Блин, ну тогда... Что ж, пусть так. Пойду один. Ты хочешь вернуться в Блэквинг в одиночку? Хочу. Ха, сильно сказано, Тот. Куда собрался, Дирк Джентли? Хочу, это очень сильно сказано. Но никакие более вразумительные синонимы, способные лаконично передать смысл этого понятия, меня не осеняют. Дирк, хватит слов. Не психуй. Ты справишься. Хорошо. Ну и закидоны. Так что, у меня будет приступ? Да. Видимо, сильный и долгий. Да. Отлично. Давай, говори, что делать. Что бы ни случилось, не выдергивай руки. Дирк, готов? Да. Я смогу. Озвучено при поддержке киноклуба Onvix TV. Тысячи фильмов и сериалов без рекламы. Смотрите месяц бесплатно по промокоду DIRK. Переведено и озвучено студией «Кубик в кубе». Перевел Антон Целогородцев. Роли озвучивали Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова. Подписывайтесь на наш инстаграм «Кубики ТВ».